Начался стук в двери. Я открываю дверь и спросил, кто. Сказали, полиция, я не пойму, что случилось. Открываю входную дверь. Вламываются около 10 человек. Человек 6 в форме. Человек 6 гражданские. Представители власти с фотоаппаратом ходили по комнатам и не отвечали на вопросы. Забрав у Сергея документы, его отправили в полицию, оставив жене обломки сорванного замка. Ребенка, смотрю, вывели быстренько с дома. Через минут 15 меня выводят, забирают все документы, паспорт, пенсионное, водительское удостоверение. Мы отдадим вам полицию, так как на вас написано заявление. А все началось после конфликта с несовершеннолетней падчерицей, которая набрала 102 и попросила о помощи. У 2019 році до поліції Краматорська звернулася неповнолітня з повідомленням про те, що її ображає відчим та в неї є молодший братик, який мешкає з батьками у неналежних умовах. За вказаною адресою виїхали співробітники поліції зі служби у справах дітей. Побачили всю обстановку і дійшли висновку, що необхідно тимчасово помістити дитину до медичного закладу. На батька було складено адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Так случилось, що жена Сергія через неділю умерла. После трагедии мужчина не притрагивается к спиртному. Юрист по образованию, он сотрудничает с несколькими предприятиями и делает все, чтобы вернуть себе ребенка. Сейчас в доме мужчины многое изменилось. Появилась новая мебель и бытовая техника, а холодильник заполнен едой. Все в рабочем состоянии. Духовка на день рождения, газовая плита, газовый котел. Уголок поменял как бы другой. Тут половина мебели повыкидывал. Запас продуктов. Вот у меня сейчас и абрикос, и черешня, и фрукты. Смотрите, это урожай. Это ж донецкий уголек мороженый. Ему ж все ж держал. Но это оказалось не так просто. По словам Сергея, во многих документах обвинения допущены ошибки, а факты против него не имеют подтверждения. Первый акт, который был подан в якости докази вместе с позывной заявой. Першим є загроза життю здоров'я. Через півроку вже життю здоров'я немає. После каждого заседания суда Сергей приезжает на кладбище, рассказывая жене о ходе процесса. А в это время их сын находится вдали от дома в казенных стенах. Моя мета і цель повернути малолітнього дитинного сина до родини, а також, щоб посадові особи понесли свою відповідальність за порушення чинного законодавства. Саме кримінальна відповідальність, так як як уже порушено 4 кримінальних провадження. На последнім слушанні Сергія не лишили отцовства, но ребенок остается в приюті. Впереди апелляция и долгие дни ожидания. Мужчина надеется, что, несмотря ни на что, ему удастся вернуть сына.